Бумс, мальчишки и девчонки, а точнее мы зрители. Это Собачка. А это я. Я буду готовить сегодня очень вкусный салатик. Для этого нам понадобится тарелка такая, не маленькая, не большая, ближе к мисочке, чтобы ничего не выливалось. А, немножко соли, сметана. Вы ничего не видели. Желательно два огурца, тут маленькие они просто. Ножик, вилка. И кран. Ну, кран, где воду моют. Так, для начала моем огурцы. После умывания этих дружочков нам нужно их разрезать. Так, это дело нужно делать очень аккуратно. Так, как бы мне телефон так поставить? Вот, это попка огурца. Я срезаю, чтобы маленькая, максимально маленькая была. Так, и другую попку. О, другая попка. И все эти попки складываю в другое место. Это не очень, чтобы съедобно. Вот. Должно быть сейчас вот такие вот два огурца. Делаю вот так вот, чтобы... Вот такие куска. И также поступаем со вторым. Вот. Вот 4 вот таких вот куска мы имеем. А сейчас каждый из них нужно разрезать на очень мелкие детальки. Сейчас как бы это показать. Во, вот такое вот получилось чудо. А теперь ее надо засунуть вот сюда. Вот тарелка. Так, теперь нужно немножко соли забабахать туда. Так, пробуем помешать. Я сметан достаточно, то, ну, в принципе, достаточно. Нет, можно еще ложку сметаны. Точнее, вилку. Пахнет вкусно. Ладно, побалуюсь немножко еще одну. Опа. Во, уже получается хорошо. Все огурцы в сметане. Так. Супер. Сейчас берем так. Тарелька. Сколько тут соли? Вот так вот. Вот так вот, короче. Немножко на суп. И немножко засыпаем. Ну, примерно пол вот такой вот примерно ложки. Мешаем, мешаем. А теперь самый элемент. Проба вот этой вот каши, малаши. Так. Делаем. Mm.
Еще немного соли. Вот так. О. Опять пробуем. Да. Вот. Салат распрекрасный. Попки. Мусорку. Соль на полку. Сметану закрываем. Ах, эту штуку покажу прикольно. И типа подставка под горячее. О, я сам на технологии сделал. В 5 классе. Кому этот рецепт помог сделать вкусный салат, то ставьте лайк. Если не пожалеете, подпишитесь.